Более 17 тысяч храмов уже подключены к православной соцсети. Социальная сеть «Елицы» была запущена в мае 2014 года. К сегодняшнему дню пользователями сети являются более 30 архиереев и около 1000 священнослужителей. В соцсети также зарегистрированы более 17 тысяч храмов. Ранее свою официальную страницу на «Елицы.ру» открыл также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам организаторов, целью проекта является укрепление связи между православными людьми во всем мире, развитие приходской и межприходской жизни. Разработчики сети объявили о создании особой системы информационного оповещения для Русской Православной Церкви, которая, по их словам, дает возможность патриархии, синодальным отделам и епархиям оперативно доводить любую актуальную информацию до уровня настоятелей храмов и прихожан. Особенностью соцсети «Елицы» является возможность пользователей присоединиться к онлайн-общению своего храма, что позволяет всегда быть в курсе новостей и событий прихода, сообщили организаторы.